Поехала на маршрутке, но так как я не ношу с собой никогда денег и карты, я давным-давно, как современная женщина, пользуюсь телефоном. А телефоном и оплатой по телефону. Ну и сегодняшнего дня, сегодня 10 марта, 10 день моего пребывания в Магадане. Последний день отпуска здесь. Завтра я лечу на Москву. В общем, меня высадили с маршрутки, потому что я не смогла оплатить. Он говорит, деньги давайте. Я говорю, извините, нету. Он говорит, сегодняшнего дня. Ну, в общем, мне пришлось выйти культурно, потому что карты у меня с собой нет, она дома в чемодане. Я гуляю поэтому по городу пешком. И зашла в магазин, чтобы купить коробочку конфет девчонкам. Оплаты по телефону также нету. И можно оплатить по карте, и то слава богу. Кто носит с собой карты, хорошо. Ну, наверное, большая часть людей носит карты, имеет их. А я вот, видите, как я без денег давно, я даже не знаю, как они выглядят вообще. И новые, там, и старые. У меня никогда нет в кармане мелочи. Редко-редко. Только в тех местах, ну, в Рязани, где вообще нет банкоматов всяких таких. Тогда, конечно, у нас в машине валяются копейки. Ой, какое сегодня солнышко. Так, руки мерзнут. Сколько градусов, а? Давайте посмотрим. А заодно потаращитесь вокруг. Минус 4. Днем минус 3. Ночью тоже тепло. Вчера было минус 15, сегодня минус 6. То есть нормальная такая погода. Вот, так что с сегодняшнего дня вспоминаем, что такое деньги. В кармане нужно всегда носить мелочь, фу, грязную. Руки грязные, блин, я даже не представляю, как это. Я очень брезгливая. И вот с тех пор, как появились оплаты бесконтактные, даже карты не пользуюсь. Так, давайте пробежимся по Гагарина. Я не думала, что меня занесет сюда. Но так как я не еду на автобусе, иду пешком, наверное, это даже к лучшему. Я иду до торгового, магазин «Прима», к девчонкам поздороваться. Вчера я к ним заходила, но было так много работы, половина не была на месте. Гагарина 4. Буквально недавно мы были в парке с вами, 6 марта. Здесь была масленица, открыли аттракционы. Я думаю, что сейчас их уже и закрыли, предполагаю, потому что, ну, еще рановато. Когда в марте в Магадане открывали аттракционы? Ну, в мае, к июню все работает, но в марте нет. Ну и так как тепло, смотрите, какая кися-мися. Вот. Господи, кто это? Кто это? Это ворон или ворона? Слышите, как он каркает? Первый раз такую здоровую ворону вижу в Магадане. Так, ну как это не показать девчонкам? Вот он еще и каркает. Так громко каркает. Бегу по Гагарина. Слышу, что сверху что-то очень большое говорит. Кар-кар. Ой, какой пушистый. Нифига себе. Я прям замерла. Не, просто редко в центре города на дереве сидит ворона и каркает. Да, доброе утро всем, девчонки. Это я для сторис снимаю. Последний день в Магадане. Меня высадили из автобуса, потому что карты по телефону уже нету. Нужно с собой носить карты или деньги. И мне, я думала, поеду на автобусе. А нифига. В магазине тоже не обслужили. Сказали, давайте карточку. А у меня карточка в чемоданчике. А мне еще надо на рынок рыбку купить. В общем, придется возвращаться домой. Ой, как здесь вкусно пахнет.
плейлисте на канале есть, ну, такая папочка, плейлист. Называется «Мой Магадан». В этом Магадане все мои предыдущие прогулки по нашему городу, по Магадану, где мы только не были, и здесь миллион раз были. Вот. Ручки мерзнут. Прям ветерочек такой. Не хожу я сейчас по дворам или еще куда-то, уже не до этого. Знаете, все эти дни так пролетели, как один день. И с одной стороны, мне очень грустно с Магаданом расставаться. Я еще не всех увидела. Ну, не всех. Кто хотел увидеться, поздоровались, увиделись. А остальные, ну, в следующий раз. Да, здесь раньше что было? Океан, да? Сейчас аптека здоровья, а между ними был Сбербанк. Есть аптеки, почта также осталась. Чувствую, кажется, я одену рукавицы. Дом пионеров. Так, где мои рукавички? Ой, прямо руки замерзают. И вот это весна, весна, весна в Магадане. Сейчас я просто их ищу. Подождите, подождите. Если камера трусится, я не виновата. Опа! Опа, мои меховые магаданские рукавицы. Спасибо дочери. Само то для такой погоды. Так. Так вот. 10 дней, как один день. Я не знала, что у меня получится такая ровная циферка. Я хотела уехать с 7-го. Потом... Потом там 15-го, 14-го есть билеты на самолет. Какой ветер, пипец. А между ними, вот в другие дни, почему невозможно улететь? Потому что стоимость билета не 14-300, ну и там с налогом, сбором 15 выходит билет Москва-Магадан. А 25, 35, 37. Поэтому поснимаю вот так вам поближе камера. Ой, какое солнышко, но ветер. Ай-яй-яй-яй-яй. Зеленый рынок. Ну, в общем, гуляем. Так вот, 10 дней в Магадане вроде немного и немало. Самое основное можно посмотреть, если хочется куда-то на рыбалку или еще куда-то. Конечно, нужно недели две, а лучше три. Ну и, как я уже говорила, лучше приезжать сюда летом, когда тепло. Когда ты приезжаешь в одной одежке, а погода здесь так меняется. То холодно, когда мы в этом пуховике, в теплом, промерзли на море. Или жарко, как сейчас. Ну что такое 3-4 градуса минус? Очень-очень... Ой, тепло, но из-за ветра продувает голову, даже мою теплую шапочку продувает. Так, я там вижу напротив. Так, здесь куча всяких магазинчиков. НИИ также остался на верхнем этаже, научно-исследовательский институт. Наташка, прохожу мимо твоей работы. Не сестра Наталья, а Наталья, которая у меня была в Рязани в гостях. Ателье «Чародейка» здесь, цифровая фотография, мебель. А вот здесь напротив миграционный центр. Здесь и паспорта мы получали, меняли. Здесь каждый день такая куча народа. Ну и, как я говорю, люди в черном — это те люди, которые приехали к нам работать из стран ближнего зарубежья. Как я показывала, Магадан строится. И приезжают, видимо, и на вахты. Видимо, здесь зарплата, не знаю, за какие деньги они работают, за 30, 40 или сколько тысяч. Может, за 50, ну, вряд ли за 100. Наверное, работают на тех работах, где наши не хотят работать, им мало. Действительно, жизнь в Магадане очень дорогая. Просто они об этом не знают. Их же, наверное, все-таки кормят обедами или высчитывают. Но жизнь здесь очень дорого.
для них, наверное, эти зарплаты деньги. Мы с девчонками думали, что, наверное, им 1040-30, ну 30 реалий, 40-50 может платят. И они каждые выходные там или когда есть зарплата, отправляют их домой. Деньги семьям. Живут, говорят, в не очень условиях. Ну, короче, люди бегут от плохой жизни туда, где получше, где они могут заработать. И судить за это, конечно, нельзя. И они сейчас вот, товарищи из ближнего зарубежья, у нас работают, смотрю, не только на вахтах и на строительстве, но и на стройках, да. И работают в такси, практически все таксисты. Вот я ездила на такси по городу, все иностранцы. Русский не встретился ни один. Что удивительно. Как будто я не к себе домой попала. А и маршрутках. В маршрутках тоже все водители, уже как и на центре страны. Все вот ребята из ближнего зарубежья. Так, ну что? МТС. Те дома, которые я как-то снимала, но не все поснимала, простите, не хочу уже туда идти. Ладно, у меня сегодня другие. Ух. Здесь круглосуточный супермаркет «Восток». Дома, которые здесь были давным-давно снесены. Вот такая стоя остановочка. Здесь прям вообще другое. Самое настоящее. Не в переносном смысле слова. Киська, миська. Я в замшевых сапогах, в зимних. Я же в зиму ехала. Здесь такая зима прыгающая. Очень разная зима в Магадане. Бывает очень морозная, когда морозы начинаются в ноябре и понеслась ноябрь, декабрь, январь, февраль, март в том числе. Периодически со снегопадами. Это значит циклоны. А иногда теплые, как эта зима. Я не помню такую теплую зиму. И Наташа говорит, что теплая. Все друзья говорят, что теплая. Редкая очень зима. Снег только пошел ноябрь-декабрь, кусочек января. А потом... Ну это опять же тепло, когда снег идет. Морозов было немного дней. Впрочем, как и в центральной части России. Счастливые люди на маршрутках едут, кроме Анжелы. Анжела уже не едет. Анжела ходит пешком в такую погоду. Я вчера практически ничего не снимала, потому что тоже был ветер. Поэтому за 9 число у нас видео нифига нету нормального. Так, чуть-чуть по центру. Что, побежали? Как я хотела проехать с Магадана на машине. Ух, как я соскучилась по езде по городу. Называется вспомнить все. А ничего. Приеду, буду ездить по Рязани. Но по Магадану хотелось бы. Столько лет мы здесь все-таки. Каждую улочку знаешь, каждую дырочку. Дырочку в асфальте, они правда новые появляются. Так, ну обратите внимание на проходящих людей. Так, а здесь у нас находится тоже единый миграционный центр. Тоже ребята приехали работать. И вот я показывала видео, что я лечу в самолете. Меня спрашивают, а где наши? Где магаданцы? Я говорю, ну вот, не встретились. Человек, наверное, 100 было наших. Остальные 450 все на заработки. По весне, как птицы, на юг. Что Магадан живет. Можно сказать, живет. Так, здесь сдулся магазин, здесь на ступенечках. Что-то было типа Агротека, что ли. Суши. Это существует все. На
напротив. Вот эти домики, в которых мы жили на якутской сэндвич-панели. Там все ничего, они очень теплые, только слышимость дикая. Наверное, во всех домах слышимость дикая, когда соседи ненормальные. Когда бухают, когда визжат, когда слушают музыку. Но в некоторых домах даже слышно, как в туалет ходить. Тоже такой же дом, только цветной. Центр дом. Ювелирная мастерская. Ага. Ой, приятно пройтись по улочкам. Я здесь не ходила в этот раз. То есть, наверное, даже хорошо, что я на автобусе не получилось прокатиться. Ну, водитель, кстати, был очень культурный. Я говорю, ну я тогда выйду. Он говорит, да. То есть он меня не высадил прямо по пути. Так, а это что у нас продается? Лепешка, овощи. Хозяйство какое-то, личная морковка. Это сити-бар. Господи, сколько лет этому сити-бару. Лида. Лидия, не помню, куда ты уехала. Ты здесь работала. Мы с тобой встретились возле пенсионного как-то года два назад. Или три, два. Я думаю, такое лицо знакомое. Потом я вспомнила, где я тебя видела. Мы ходили в этот сити-бар очень часто. Нам он очень нравился. Здесь очень хороший был повар. Вот. И когда повар исчез отсюда, мы сюда перестали ходить. И Лидия тоже исчезла. Оказывается, она уехала жить из Магадана, туда, где теплее, видимо. Лида, будешь смотреть это видео. Я передаю тебе большой привет. Помню встречу. И приятно вспомнить те времена, когда мы ходили в этот бар. Классный был. Это было 15 лет назад, 10 лет назад, 8 лет назад. Еще он существовал нормально. Сейчас не знаю, что там. Одежда. Берлога. Мужская одежда. Так, а это кулинария. Ой, как-то в нее заходила еще до отъезда. Вкусно, вкусно. По-моему, это Александра, да? Да, от Александры. Большая достаточно. Здесь салаты. Вкусная выпечка. Аптека. И так далее. Ту улицу я прогуляла. Машите сами себе. Кто-то просил, да, Гагарина 28 поснимать. Но, по-моему, это дальше, да, дома 28. Не могу сейчас уже снимать. Напротив Гагарина 23. И я думаю, что может только море будет в свободное время. Она человек работающий, хотя я тоже работала. Но вот даже чтобы снять видео на YouTube по улицам нашего города, нужно кошмарное количество времени, чтобы погулять, а потом помонтировать, найти видео, время выложить. Вот. Здесь находится Магаданский пункт охраны сейчас. И Гагарина 28, это торговый комплекс. Охотский берег. С его большими ценами на колбасу. Знаете, вот все-таки самые такие острые впечатления, это впечатления первых дней. Вот когда я офигела от цен, когда... Ну, привыкла я немножко уже к таким ценам за год. Хорошим, уже быстро привыкаешь. Вот. Я вернулась в Магадан, а здесь люди живут со всем этим. Работают на унитаз, чтобы выжить. То есть ешь не для того, чтобы организм поддержать, а работаешь на продукт, на одни продукты. Ой, с этим домом, наверное, нифига, там что-то как-то тихо и спокойно. Какой-то офис делали, не помню, мегафон что ли. Так, что тут нового у нас? Фрукты, овощи, Кодак остался, МТС, аптека какая-то новая, деньги в руки, наверное, занимают. Оптика, Экомаркет, Грин, Жизнь, Зеленая Жизнь. Ой, в Магадане только Грин Жизнь. Хотя бы выжить, а если еще и Грин? А что он такой постриженный? Оно настоящее? Не знаю. Ой, ой, ой.
скользко, вот вовремя не, снег не убрали. Получился лед. Какой-то золотой арбуз открыли. А там, где был Бахус, наш любимый когда-то, здоровье колымчанам, сеть доступных аптек. И Теле2. Что за арбуз золотой, интересно. Фрукты, овощи. Ага, понятно. Фрукты и овощи в Магадане тоже открывают и держат только жители ближнего зарубежья. Наши этим и занимаются практически. Видимо, у них есть места, где поставки, доставки. А может, также покупают на базах, не знаю. Но вот такая особенность. Наверное, это во всех городах так. Ну, кроме, наверное, тех, кто сами выращивают, наши, они торгуют своим. Ну, очень дорого. Очень дорого, это все-таки труд. Магазинам я сегодня не шарюсь, именно специально там, а мне только вот надо будет рыбку купить. Ой, ну это на урожай, урожай самый лучший выбор рыбы. Олимп. Ну, давайте до площади дойдем, там, смотри, киосочек с кофе работает. Тоже, можно сказать, наш район, в котором прожила всю жизнь, на Болдырева, на Лукса. Уже в конце на Берзина перед отъездом. Нет, 5 лет, а потом перед отъездом на Якутской. Но этот район самый родной, потому что здесь жили с детьми. Да, дети жили маленькие, гуляли здесь, были маленькие. Ой, наверное, обратно я пойду пешком, потому что ветер будет дуть в спину. Билайн, Бонжур. А, здесь сделали Бонжур. Помните, здесь раньше чего только не было, вплоть до игровых автоматов. И сопки еще в снегу. Так, сейчас я сторис поснимаю. Летела с попутным ветром до торгового, точнее ветер в лицо, обратно я точно полечу. Смотрю на сопку, а она вся в снегу. Здесь еще зима, холода, одинокие дома. Так, так, но самое интересное, что в пуховике, знаете, как жарко? Чувствую, что мне нужно весеннее нормальное пальто, да? Да, приеду, начнем шить. Кто со мной одеться на весну, а? Ой, как здесь хорошо. Да, я серьезно. Потому что здесь еще зима, но скоро пальто понадобится. А я уже несколько лет собираюсь его пошить. Поэтому начнем. Как приеду, передохну и будем шить для себя. Так, ну и мы на площади. Господи, как она называется? Космонавтов. Ленин-то стоит, он же космонавт. Ой. Горочка осталась. Ой, помню, как мы здесь и с детьми катались. Эта горка была и там, и здесь, и посередине. Не, здесь елка была. Короче, где только не стояла эта горка. И была и повыше, и пониже. Сколько каблуков мы на ней оставили. Вика, ты помнишь? Мы тут на горочках катались как-то. Там была горочка.
Ну, товарищ Ленин. Боже, он опять зеленый. С зеленой головой и вечно молодой. Помните, как его шипы забабахали? Вот ржака была. Хорошо, что его быстро сняли. Так, а это вот киосочек такой, фургончик такой красный, такой модный. Ну, типа как в Рязани. Помните, двухэтажные автобусы? Там продают кофе. Можно идти, перекусить, какие-то сэндвичи. Вот не хочу туда подходить, мне вот здесь нравится гулять, потому что здесь снег, потому что здесь не растаяно. Ну, а вот это вот напоминает нам о елке. Здесь когда-то была елка. Могилка елки. Здание ФСБ. Такое секретное, секретное, все с антеннами наверху, с шаром. И много-много голубей. Здесь всегда много голубей. Боже, какое здесь солнышко. Мне так нравится. Ну, недаром же Магадан называют солнечным. Не просто так же. Ой, аж глаза слепит, хочется одеть очки. Я чувствую, знаете, как у меня лицо загорело? От глаз. И вверх. Здесь солнышко. Видите? Вот, опять я снимаю грязные камеры. Знаете почему? Я когда прохожу мимо дороги, мимо машин, от них столько мусора. Я вчера, когда по Ленина гуляла, ну, точнее, не мусор, а вода, брызги с дороги. Видите, я не заметила, что грязная камера, поэтому... Дико извиняюсь, ничего сделать не могу, только протереть камеру. Загар у меня какой, вот такой вот, сверху и снизу, посередине. Надеюсь, что в Рязани я вообще опять сниму шапку, потому что настолько жарко, в пуховике жарко. Можно ходить в весеннем пальто. Тут перед этим были разговоры, это я на сторис рассказывала, что с девчонками будем шить, когда я вернусь, весенний гардероб. Меня слышно, да? Я очень надеюсь. Если нет, то жалко, я столько вам наговорила интересного. А такой ветрюган. Ну вот, вроде и все. Я дошла до того места, где я с той стороны снимала уже. Гуляла вчера. А это бывший магазин «Владимир». Все, наверное, его помнят. Ну, кто застал, естественно, вот этот дом, когда строили, потом сдали магазин. Здесь... Товары. Нет, скорее всего, здесь сантехника. Все для ремонта. Вот, ну, я со своей короткой прогулкой последний день пребывания в Магадане с вами прощаюсь. Если у меня будет время, настроение и состояние поговорить, потому что для этого тоже нужно настроение. Хотя я, наверное, в каждом видео вам рассказывала о своих впечатлениях в Магадане, как он меня принял, как я себя чувствую. Знаете, ничего не изменилось, мне здесь хорошо. Мне хочется домой, потому что меня там ждут, потому что там своя кровать, своя ванна, хотя здесь тоже хорошо, и спится хорошо, но там уже мой дом. А Магадан, я думаю, я сюда приеду обязательно еще раз. Мне очень хочется приехать на юбилейную дату летом. Вот, поэтому все остальное наговорю потом. Гуляйте со мной по Магадану и по другим городам, я буду очень рада. Несмотря на то, что сейчас все бесплатно, канал не монетизируется для нас, но гулять же мы не закончим. Также буду гулять, монтировать видео и показывать вам не только Магадан, но и всю нашу страну, где я побываю. На свою пенсию, если получится, если все будет хорошо, господи, хоть бы был мир и все было нормально. Ну, на этом прощаюсь, а то я буду говорить долго-долго. С вами была я, магаданка Анжелина, живущая в Рязани, из зимнего отпуска в Магадане. Всем пока и до следующих встреч.
Ну вот и подошла к концу прогулка в последний день моего пребывания в Магадане. 10-й день, 10 дней в Магадане. Завтра я полечу на Москву. Что могу сказать? О своих впечатлениях я рассказывала практически в каждом видео, каждый день, что почти в прямых репортажах, когда была в Магадане, что потом вот в этих полноценных видео. Ну и общие свои впечатления уже спустя какое-то время я озвучу и расскажу в отдельном видео. Ну, потому что я рассказывала все понемножку, и вы понимаете, что я, конечно, была счастлива прилететь в город, где я прожила очень много лет. Я была рада увидеть многих своих друзей, знакомых, которые еще там живут. И вообще походить по улицам нашего города. Как вы видите, вот это наш дом. Я показываю окошки по улице Болдырева 4 своим друзьям, которые уехали в Белгород. Смотрите предыдущее видео. Ну и погода, конечно, зимой. Я уже отвыкла от этой погоды, если честно. Вот отвыкаешь, привыкаешь, наверное, к хорошему. Но тем не менее, Магадан родной, такой любимый, вот такой, какой он есть. Зимний бартовский Магадан. Ну, а я с вами прощаюсь. Магаданка Анжелина, живущая в Рязани. Увидимся в следующих видео. И, кстати, видео о Магадане еще будет. Я еще не все смонтировала. Ну все, пока-пока-пока.